В этом году на уборку города самарцы вышли почти на месяц раньше. Уже в марте взялись за лопаты и грабли, чтобы привести в порядок свои дворы. Если утром выходишь на чистые тротуары и территория убрана, день складывается удачно, делится Вадим Киселев. На генеральную уборку вместе с соседями он выходит каждую весну. Вместе, говорит, и работать веселее. Убираем мусор, вот это все, ветки, все вот это все, все время убираем. До чистота, самому же приятно выйти в чистый двор. Вот так постоянно каждый год выходим. На первый в этом году субботник вышли более 4000 человек. Уборка ведется во всех районах города. И не только вручную, но и с помощью пылесосов. Затем эстафету подхватят поливомоечные машины. Плечом к плечу с самарцами областную столицу приводят в порядок сотрудники городской администрации. Участок от улицы Гая до Московского шоссе прочесывали несколькими группами. У нас в этом году есть очень важная задача привести город в порядок к майским праздникам. Не за горами уже 70-летие Победы, осталось совсем немного. Нам нужно не только вымыть, вычистить город до этого момента, но украсить его и создать для жителей праздничное настроение. Чтобы работа шла быстрее, в этом году к уборке города привлекут трудовые коллективы предприятий и организаций. Обычно предприятия приводят в порядок только закрепленную за ними территорию. В этом году губернатор Самарской области Николай Меркушкин призвал промышленные предприятия расширить зону ответственности. Администрация города вместе с организациями проработала этот вопрос. Чтобы каждый почувствовал себя причастным к тому состоянию, в котором должен находиться город, да, его благоустроить. Поэтому здесь ограничиваться собственной территорией закрепленной нельзя, действительно. И мы просим вас, значит, мы вот подготовим раскрепление по улицам города, чтобы буквально каждая улица, каждый парк, каждый сквер, каждый перекресток, он был в зоне ответственности каждого предприятия. Наводить чистоту призовут общественные организации, молодежные объединения и всех неравнодушных горожан. В этом году на средники и субботники вся Самара будет выходить каждую неделю до начала мая. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События.